О, мумия, ребята, вы видели? Это, оказывается, мумия огромная лежит. Посмотрите. Ого, вот это да. Ребят, посмотрите, мумия. Вот она, эта мумия замотана. Вот она лежит. Вот это страшно. Ай-яй-яй, давайте будем хавать. А это что? Это египтяне. Египтяне хоронят здесь мумий. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру, которая называется «Съедобная планета». Так, ребятки, ну что ж, давайте, собственно, с вами перейдем. Так, в прошлый раз мы с вами уже прошли, так сказать, динозавров, да? Так, и мы были в научном центре, вернулись назад во время динозавров, ребята. И здесь даже, вот, посмотрите, что здесь есть, ребята. А здесь есть у нас кто? А здесь у нас Египет, дорогие друзья. Отличненько. Давайте, собственно, начнем с нашего Египта. Начнем с наших мумий. Ребят, что это такое-то, ребятки? Это какие-то такие статуи, что ли, стоят. Так, ну что ж, нам нужно кушать вот эти личиночки, которые нам здесь предоставляют. Так, жучки, паучки здесь ползают. Так, ребятки, давайте, ой, давайте с вами, ай-яй-яй, укусили. Начнем собирать наших личиночек. Так, это что, это какие-то украшения, наверное, да. Ребята, это украшения, наверное, фараонов каких-то. Вот это прикольно. Так, а ну подождите, дорогие друзья, давайте, собственно, начнем с личинок. Так, личинки, это замечательно просто. Но я хочу больше. Ого, здесь сколько золотых украшений. О, я съел только что золотое украшение, ребята. Ребятки, я его съел, вы видели? Так, ну что ж, давайте, собственно, пойдем и съедим. Ауч. Когда я уже смогу жучков этих синих кушать, ребятки? Вы не знаете, когда я уже вырасту. Так, 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 ребятки, подождите, давайте. Теперь плывем сюда. Нет, нет, нет. О, вот сколько их. Кольцо, это кольца, ребят. Как вкусно. О, жучки, я могу хавать жучков, круто. Ребятки, посмотрите, я хаваю. Ай-яй-яй, этот саранча меня укусил. Или это не саранча, а кузнечик. Так, но жуков мы скоробеев хаваем, ребятки. Скоробеи идут за милую душу. И сереги тоже. Видели, мы сережки уже начали кушать золотые. Ребят, вот это круто, да? Так, отличненько, просто супер. Так, это тоже какое-то золото у нас. Какие-то украшения. Это скоробеи, сережки. И, собственно, ребят, мы уже можем кушать даже кузнечиков. Посмотрите. Посмотрите, как это замечательно. О, отлично. Все, мы стали еще больше, ребятки. И, собственно, давайте схаваем это все золото, которое здесь вокруг. Так, чем примечательна эта игра, дорогие друзья? Тем, что она очень-очень похожа на игру «Съесть океан», да? Очень похожа на «Съедобный океан». На Tasty Blue, а это Tasty Planet. Ну, в принципе, это игра от одних разработчиков. И смысл игры один и тот же. Нам нужно кушать как бы больше много всего, чтобы расти. Но здесь мы, получается, на суше, а там мы были в океане. Вот этим она, собственно, и отличается, игрушка. Так, ребятки, мы уже, посмотрите, можем хавать очень много всякого. Короче, прикольно, да? Круто. О, мы даже эти кувшины поскидали. Это кувшины, ребятки. Отлично, это какие-то, короче, такие украшения разные. Вот это круто. Так, что тут у нас опять? Так, посох. О, мумия, ребята, вы видели? Это, оказывается, мумия огромная лежит. Посмотрите. Ого, вот это да. Ребят, посмотрите, мумия. Вот она, эта мумия замотана. Вот она лежит. Вот это страшно. Ай-яй-яй, давайте будем хавать. А это что? Это египтяне. Египтяне хоронят здесь мумий, ребята. Наверное. А кого же мне кушать? Здесь коты ходят. Ой-ой-ой. Коты меня съедят, дорогие друзья. Так, давайте посъедаем вот эти посохи пока что. И посмотрим, на что мы способны. Так, 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 так. Подождите. Отличненько, ребятки. Отлично. Я считаю, что это просто замечательно. Так, подождите, подождите, подождите. Ой-ой-ой-ой. Так, отлично, отлично. Мы съели уже. Так, мы можем уже вот этот папирус даже кушать, ребятки, посмотрите. Ой, кота!
А, вы слышали, как он меня учит? Мяу. Вот это прикольно. Ой, людей. Ребята, все, мы начали хавать египтян даже, представляете? Всех, кто здесь есть. Круто. Так, отлично, отлично. Просто замечательно, я считаю. Отлично. Так, давайте ей холст и все посъедаем здесь, чтобы ничего не оставлять. Отличненько. Съели еще одного египтянина, который нам так мешал. Так, 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 ребята, теперь, 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 куда мы с вами теперь двигаемся? Так, 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 все, что у нас здесь? У нас здесь, ага, уровень пройден, все, отличненько, отлично, просто замечательно. И мы переходим ко второму уровню, дорогие друзья. Так, погнали, ребятки, второй уровень у нас, что здесь? Ой, ребята, здесь мы еще немножко не доросли. И здесь нам показывают, о, мы можем хавать вот эти вот, короче, копье, копья вот эти и посохи. Да, отличненько, просто супер. Так, все, все, все. Ох, как вкусно. Просто супер, просто замечательно, я считаю. Так, отлично. Отлично. Ребята, змея, змея, змея. А, надо убегать от змеи, потому что змея нас просто съест. О, мы съели людей. А, за мной змеи, ребята, за мной змеи гонятся. Помогите, пожалуйста, за мной змея. Посмотрите, как она прикольно крутится. Так, посоха 4 штуки. Так, а где же... О, ребятки, все, мы можем, наверное, змей хавать, да? А, нет, еще пока нет. Надо еще немножко подрасти. Я думаю, мы змей будем хавать просто с удовольствием, ребят. Просто с удовольствием. Так, здесь люди, получается, у нас в пирамидах. Так, отлично, отлично, отлично. Ай-яй-яй-яй, укусила змея меня. Ребят, да сколько здесь змей? Вы посмотрите, сколько здесь змей. Давайте вот этих людишек будем съедать, чтобы набирать массу и смогли съесть змей. О, отлично, ребятки, супер. Посмотрите, мы теперь хаваем всех змей, которые здесь есть. Вот это прикольно. Кобра, кобра. Отлично, ребята, кобру съели мы. Так, 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 так. Отлично, просто замечательно. Знатная дама, это они египтяне, ребята. Это какие-то знатные дамы. Ох, какие вы вкусные, а змеи еще вкуснее. Отлично, просто супер. Так, ну что, мне, я так понял, нужно только этим, в принципе, и довольствоваться. Больше мне ничего здесь, в принципе, не перепадет, да, ребятки? Отличненько, ребятки, и мы с легкостью прошли с вами этот уровень. Так, ну что ж, давайте, ребятки, следующий уровень начнем играть и посмотрим, что здесь. Так, съешьте 98 мумий. Ребята, мне надо съесть 98 мумий. Вы представляете? Зачем? Я даже и не знаю. Вот это прикольно. Но для того, чтобы их съесть, мне сначала надо попитаться немножко другими вещами, которые я... Для того, они мне нужны для того, чтобы вырасти, ребят. Вот когда я вырасту, тогда, наверное, я и смогу питаться мумиями, дорогие друзья. Так, ну что ж, отлично. О, мы можем маску скушать. Так, это какие-то сода. Так, 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 так. Здесь копья у нас. Так, когда же мы можем уже мумии кушать? Я уже хочу кушать мумии, ребята. Давайте, нам нужно съесть 98 штук, дорогие друзья. Для того, чтобы пройти этот нелегкий уровень, непростой. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Так, 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 так. Отлично. Отлично, просто замечательно. Так, это мы съели, это мы съели, это мы съели. Эти посохи мы тоже съели. Ребят, уже нечего кушать. Дайте мне мумий, наверное. Хочу уже мумий хавать. Уже практически нечего кушать. Я уже посохи начал у них забирать. Давайте позабираем у них посохи, ребятки. Так, отлично. Отлично. Все, отлично, 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 отлично. Просто супер. Просто супер, просто... О, все, ребята! Мы начали хавать мумий, посмотрите! Посмотрите, классно! Мы начали хавать мумий, ребята! Ням-ням! Еще и говорит, как вкусно, вот это да! Так, мумии мы, конечно, съедаем, это просто замечательно! Так! Отлично, отлично! Гробницу вам даже можно съесть, посмотрите! Ого!
Отлично. Так. Так, где еще мумии, ребятки? Мне не хватает мумии. А, вот. Отлично, ребятки. И мы с легкостью прошли с вами этот уровень. Давайте продолжаем дальше. Погнали. Так, а здесь что у нас-то? Мы вышли на улицу, и сразу нам доступны египтяне, ребятки. Да. И мы сразу довольствуемся на улицах Египта этими славными людьми. Ребятки, мы едим людей. Так, отлично. Так, ну что ж, давайте вот этих человечков всех посъедаем нашим животным. Глазастик, давай, пожалуйста, хавай их побыстрее. И побыстрее, так сказать, вырастай для того, чтобы дальше проходить нашу замечательную игру, наши замечательные уровни. О, ребята, там буйволы есть. Буйволы, быки, собаки какие-то есть. Ну, давайте посмотрим. Или лошади, или что это такое интересное. Это было только что. Так, ну что ж, это отлично. Ой-ой-ой-ой, отлично, отлично. Так-так-так-так-так. Ого, там бегемоты и крокодилы, ребят. Вот это у них тут целый зоопарк у египтянов в Египте. Да, ну дают. Так, отлично, 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 отлично. Так, я уже 1 метр в длину, ребятки. Но этого мне мало, ребята. Я хочу есть больше. Так, где же есть еще какая-то еда, ребят? А то людей что-то все меньше и меньше, а мне же надо кушать. Так, ребятки, мы 1 метр в длину. Ой, за нами тут... Ой, да-да-да, не, нам сюда нельзя, ребята. О, зато собак мы уже с вами можем кушать. Или что это такое? Это скакун, ребята, арабский. Это лошадка такая, а не собака. Я думал, собака. Так, люди, вот которые пасут вот стадо быков здесь. Рабочие, давайте их посъедаем. И, собственно, начнем хавать других, чтобы... О, здесь что это? О, ребята, статуи. Мы начали хавать статуи. Это просто отлично, потому что теперь мы быстрее пройдем этот уровень. И мы уже хаваем больше. Так, 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 так. Мы намного уже сильнее. Так, отлично. Ох, отлично. Просто супер. Отлично. Замечательно. Просто замечательно. Так, 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 так. Отлично, так. А что здесь у нас? Ага, здесь у нас, ребятки, тупик. Давайте возвращаться, собственно, назад. Посмотрим, что у нас теперь здесь. Посмотрим, что у нас сзади. О, ребята, здесь опять скакуны появились, посмотрите. О, я могу быков хавать, круто. Вот так бы и сразу. Крокодилов тоже могу. Отлично. Но бегемотов пока не могу, ребята. Зато быков я в атусе съедаю очень, очень быстро. Ай, эти меня кашалоты просто кусают. Так, отлично. Бычков мы посъедали, ребята. Так, ребятки, а что же делать-то мне? Куда мне дальше-то? Я уже все практически съел. А, вот еще есть 2 бычка. 3 даже. Так, это лошади, ребята. О, здесь, ребята, валуны. Отлично, все. Теперь мы хаваем. Наконец-то, ребятки. Наконец-то, дорогие друзья, мы попали на поле. Посмотрите, где их как много. Вот это да, вот это круто. Просто замечательно. Так, отлично. О, все, здесь, смотрите, бегемотов тоже мы с вами посъедали. Так, ну просто замечательно. Просто шикарно, я считаю. Так, деревья тоже пойдут. Отлично, ребята, мы всех у них животных посъедали. Им же не будет что есть. Глазастик, ты чего? Глазастик проголодался, дайте глазастику покушать немножко. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что мы здесь можем придумать. Так, так, так. Так, пальму съели. Эти мы пока камушки кушать не можем. Так, 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 так. Это, конечно, все замечательно. Давайте выйдем из этого тупика. Все, ребятки. Так, куда же мне дальше-то? Опять бычков покушать. Вот этих. Так, бычков мы поели. Так, теперь мы, ребята, давайте искать что-то. Ого, ребята, вот опять поля, смотрите, с бычками. Ого, как их много здесь. Отлично, все. Всех бычков посъедаем. Все, 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 все. Замечательно, просто супер.
Всех бычков съели. Так, теперь давайте отправимся куда-то. О, здесь галька какая-то. Отсюда камни. Отлично. Так, давайте теперь сюда. Ого, все, дома. Ребята, мы начали хавать дома. Все, вот это мы такие большие. Ребята, все. Мы начали все дома хавать. Вот это круто. Вау, классно. Я съедаю все дома. Ребята, посмотрите. Я съел дома египтян. Все квартиры их не подъедал. Вау, вот это да. А там сфинкс, ребята, вы видели лапы его, он выглядывает. Отлично, ребята, мы съедаем целый город. Отличненько. И с легкостью проходим эту замечательную игру, этот уровень. Так, ну что ж, ребятки, следующий уровень. Давайте, что у нас здесь? Ребята, охота за кошками у нас в этом уровне. За маленькими. Но стоит учитывать, что тут есть их мамы, ребята. И эти мамы нас могут кусать. Видите, большие кошки. Так что нам нужно только съедать котят маленьких. Пока что. Ну, а я думаю, если мы вырастем, то мы сможем, ребятки, хавать и обычных котов, больших, чтобы они нам не мешали. В принципе, как всегда, это и бывает. Мы вырастаем и съедаем тех, кто нас пытался обидеть. Ой-ой-ой. Так прикольно. Так, отлично. О, все, ребята. Посмотрите, мы всех тупо котов хаваем. Даже ихних мам и пап, посмотрите. Которые хотят за них заступиться. И мы даже их съедаем, ребят. Отлично, просто замечательно. Отлично. Просто круто. Вау, вот это да. Отлично. Отличненько. Так, ребятки, а что же мне? Это просто ловля, так я так понял, только котов, да? Мне здесь больше ничего не приходится, только котов ловить. Я же хочу немножко тоже другого поесть чего-то. А вы мне только котов предлагаете. Давайте их посъедаем. Ого, сколько их здесь, ребят. Мяу, мау, мау. Так. Это, конечно же, замечательно, ребятки, что есть так много котов, которых можно съедать. И, тем не менее, расти потихонечку. Но стоит, ребятки, отметить тот факт, что мне же надо быстрее набрать вес. А котами одними я не наберу. Мне надо... О, все, ребятки, я могу хавать какие-то валуны, какие-то камни. Посмотрите. Посмотрите. Статуи. Да, все, отлично. Вот это круто, ребята, да. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, и даже эти сфинксы я могу хавать. Посмотрите. Вот это круто. Так, отлично. Отлично. Ребята, посмотрите, я хаваю всех сфинксов. Вау, круто. Отлично, вот это вкусно. Отлично. Вот это вкуснота. Так, все съедаем на своих глазах, ребятки. Даже пальму съели. Отлично. Ням-ням, отлично. Вот это вкусно. Вот, там еще сфинксы, но это большие сфинксы. Я к ним позже доберусь, по-любому, я так думаю. Так. Отлично, отличненько, просто замечательно. О, все, ребятки, я могу даже больших хавать сфинксов, посмотрите. Отлично, просто супер. Как вкусно, так. Так, это же, конечно же, замечательно, ребят. Так, давайте здесь есть. Отлично. Ох, как вкусно. Все, ребята. Вы видели, сколько сфинксов мы с вами съели?
Отличненько, ребятки. И даже самый большой сфинкс мы с вами с легкостью съели и прошли этот уровень. Так, ну что ж, погнали дальше, дорогие друзья. Посмотрим, что у нас в следующих уровнях, ребятки. Так, а здесь у нас что? Здесь, я так понял, нам нужно есть бумагу, вот эти холсты, вот эту всю мелочь, потому что и потом начать, наверное, кушать быков, ребятки. Да-да-да, именно быков, потому что здесь одни быки, в принципе, ребятки, только и ходят. Так что давайте, собственно, начнем нашу замечательную уровень с этого, с поедания вот этого маленького всего мусора, вот этих украшений различных. Но и тем не менее будем стремиться к тому, чтобы научиться есть вот этих бычков. А для того, чтобы их съесть, нам надо вырасти, ребятки, большими. И таким образом мы с вами съедим всех бычков, которые находятся именно здесь, на этом уровне. Да-да-да, ребятки. Именно так. Так, ребятки, мы уже 1 метр в длину. 1 метр в длину, ребят, посмотрите. Так, и нам здесь предлагают... Что нам предлагают здесь? Разные посохи, копья. Мы кушаем с вами холсты. Так, это что, копье? Так, давайте, чтобы они нас не кусали, потому что когда они нас кусают, ребята, мы становимся в 5 раз меньше. Так, отлично. Ой, укусил, ну ничего. Да что ж такое-то, а? Не надо попадать на них, потому что я теряю всю массу, ребят. Вот это очень сложно, кстати, проходить такой уровень, когда ты теряешь практически все. Ауч, видите? Так, отлично. Ого, все. Теперь они мне не помеха. А теперь идите все сюда. Бычки. Всех съем. Никого не пожалею. Ребята, я всех съедаю бычков. Посмотрите. Всех коров съедаю. Круто. Отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью прошли с вами этот уровень. И переходим, собственно, к другому. Так, лошадки. Так, лошадок мы можем кушать маленьких, ребятки. Больших пока мы кушать не можем, потому что их защищают. Ой, маленьких защищают. Так. Так, большие, видите? О, зато камушки можно кушать. О, лошадки, жеребенок. Иди сюда. Маленьких жеребенков мы можем кушать с удовольствием. А больших, ребятки, нет. Потому что они... охотятся на нас. Отлично, ребята. О, уже можем больших ковать, посмотрите. Круто. Круто, просто супер. Куда убегает от меня? Смотрите, вы видели, а? Хотел убежать от меня. Не получилось у тебя убежать от меня. Отлично, отлично, отлично. Отлично. Просто супер. Просто замечательно, ребят. Посмотрите, мы всех лошадок хаваем с удовольствием. А где побольше? Будут лошади еще побольше? Или это, я так понял, самые большие? Это, наверное, ребятки, самые большие лошади. Больше просто не бывает. Так. О, мы уже 3 метра, ребята, в длину и в ширину. Так, это означает, что мы уже потихонечку растем и добиваемся своих целей. Так, ну что ж, это просто замечательно, ребятки. Но я же, наверное, вырасту еще больше, потому что хочу съедать кустики. Так, отличненько. Отлично, просто замечательно. Фантастика. Так,
4 метра мы уже, ребятки, в длину. О, все, пошли кусты уже. Отлично, 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 отлично. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами с легкостью прошли этот уровень. Продолжаем дальше, дорогие друзья. Так, ну что ж. Погнали. У нас остров бегемотов. Вау, ребята, надо убегать, потому что здесь остров бегемотов. А мне надо начинать с камушков, наверное, потому что я... Бегемот за мной охотится. О, маленьких бегемотиков мы можем плавать, ребят. Посмотрите, круто. Маленьких бегемотиков мы съедаем с удовольствием, ребят. Вы только посмотрите. Отлично. Ой, нам не надо на больших попадаться, потому что они нас уменьшают. Все, маленьких бегемотиков мы будем кушать. А в воду нам тоже нельзя заходить. Мы только на суше, я так понял. Так. Маленькие бегемотики, идите сюда. Скоро мы вырастем, и я думаю, что мы уже сможем кушать даже больших бегемотиков, ребят. Да-да-да, вы не ослышались. О, все, да, ребята, посмотрите. Остров бегемотов, как я вам и говорил, ребятки, посмотрите, мы кушаем даже больших бегемотов. Посмотрите, вот это да. Идите сюда, дорогие, всех посъедаю. Глазастик все съест бегемотов на своем пути. Отлично. Просто супер, просто замечательно. Просто посмотрите, как он съедет с удовольствием, ребятки. Их просто хавает. Отлично. О, кустики даже можем уже кушать. Некоторые кустики уже для нас съедобные, ребятки, тоже. Отлично. Просто супер. Так, вкусно, как вкусно, как вкусно. Так, отлично. Так, давайте сюда, сюда, сюда. Вот здесь кустики для нас есть. Здесь для нас кустики, бегемотики здесь для нас. Вот это да, целый остров съели, ребятки. Отличненько, и мы прошли с вами этот уровень. Так, ребятки, ну что ж, предпоследний уровень Египта у нас. Давайте большой улов, посмотрим, что у нас здесь. Так, это что у нас? Это у нас мыши, ребята. Ой, за нами охотятся котики. Ай-яй-яй, ребята. За нами охотятся коты. Помогите, помогите, помогите. Так, давайте куда-то нибудь прятаться от этих злых котов, которые хотят меня съесть, ребятки. И потихонечку будем хавать вот этих всяких крыс, которые здесь ползают. Так, потому что я думал, что это мышка. Это, оказывается, крысы обычные. Так, обычные крысы, которые... Так, 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 отлично. Воу, 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 воу. Так. Ой-ой-ой-ой, на кота нечаянно. Опять на кота. Да что ж ты будешь делать? Посмотрите, как он за мной увязался, этот кот. Он думает, что я, наверное, ребятки, тоже крыса. И пытается за мной охотиться таким образом. Вот он, видите? Их два кота здесь. Или три даже, наверное. Или четыре. Их здесь много очень, этих котов, ребят. Посмотрите, сколько их здесь. Их здесь очень много, ребята. Так что нужно быть внимательным и бдительным, потому что довольно-таки встречается много плохих котов, которые пытаются нас съесть. Посмотрите, он за нами увязался. Да что ж ты будешь делать, а? Никак от нас не отстанет. Ну ничего, я сейчас, ребятки, вырасту. Я обязательно его съем. Я покажу, на что я способен. И я буду, ребята, мстить ему обязательно. Так. Погнали, погнали, погнали. Замечательно, просто круто. Ой-ой-ой, давай сюда, сюда, сюда. Отлично, 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 ребятки. Мы съедаем очень много крыс. Это нам просто необходимо для жизни. Да-да-да, ребятки. Коты тоже любят крыс и мышей кушать. Так, ребятки, мы уже 21 сантиметр. Я считаю, что еще немножко крыс мы поедим и сможем хавать этих котов. Сможем по-любому хавать этих котов. А если мы уже сможем хавать этих котов, то нам никто не помеха. Все. Все, ребята. Отлично, ребята. Все, мы начали хавать этих нехороших котов, ребятки. Отлично. Все, теперь мы вырастем намного быстрее. Все. О, там лиса, ребята. Посмотрите, там лиса. Ой, лиса меня укусит. Я точно знаю. Я еще не готов ко встрече с лисицей, ребята. Там лиса. С лисой я не готов еще встречаться, ребятки. Вот она. Она съедает тоже котов, ребятки. Лиса, видели?
Да, лиса еще та хитрая. О, все, мы можем уже ее кушать. Посмотрите. А, это шакал. Это шакал, а не лиса, ребята. Это шакал. Я думал, это лиса. Ну ничего, отлично, ребята. Все, мы даже шакала уже кушаем. Отличненько. Идите сюда, шакалеты мои. Идите сюда, идите сюда, 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 сюда. Ох, как вкусно, дорогие друзья. Как же вкусно, как же вкусно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А там крокодилы уже, ребята, вы видели? Мало того, что кроме шакалов там крокодилы. Я уже теперь, ого, отлично, 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 ребята. Я уже теперь этот, как его, кроме крокодила, скажите. Так, дайте мне теперь похавать, 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 похавать. Так, отлично, просто замечательно. Так. Ой-ой-ой, укусили меня крокодилы, ребятки. О, все, мы можем кушать вот эти статуи. Ой, крокодилы пошли в бой. Все, ха-ха-ха. Все ребята пошли в бой. Даже крокодилы уже мне не страшны. Даже крокодилы мне не страшны вместе с шакалами. Я всех съедаю, потому что я уже очень большой, ребята. Посмотрите на меня, какой я просто огромный, ребята. Просто круто, да? Не правда ли? Посмотрите, как замечательно. Я съедаю всех. Отлично, отлично. Даже кусты съел, ребятки, видели? Отлично, отлично. Просто супер. Отличненько, ребятки. Мы с вами прошли этот уровень. Ну что ж, ребята, последний уровень у нас. Давайте посмотрим, что здесь. Так, ну что ж, погнали. Так, ребята, здесь личиночки мы кушаем. Так. Я так понял, ребята, здесь опять будут мумии какие-то, наверное, да? Да, это как и в первом уровне, в принципе. Здесь будут у нас мумии, но, наверное, может, они уже будут ходить. Здесь мумии, ребята, и статуи. Ну, давайте, ребятки, потихонечку будем кушать наших маленьких личинок. О, уже мы можем кольца кушать золотые. Отличненько, просто замечательно. Так, отлично, отлично. Так, подождите. Отлично. Отлично. Просто супер, просто замечательно. Так, подождите, подождите, подождите. Вау, ребята. Отлично, 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 отлично. Мы уже можем кушать скарабеев. Кузнечиков пока мы еще не можем кушать. Зато скарабеи идут полным ходом к нам в желудок, дорогие друзья. И мы с удовольствием их хаваем. О, серьги уже пошли в ход. Мы даже уже серьги можем кушать, ребята, с кольцами вместе, со скарабеями и с личинками. Так, отличненько. Давайте съедим кольцо. Кольцо и серьгу. Ой, кузнечика, ребята. Мы уже научились хавать кузнечиков. Мы уже выросли. Теперь все кузнечики наши. Ха-ха-ха. Так, скарабей, скарабей, скарабеевич. Мы тебя съедим. Так, ну что ж, дорогие друзья. Давайте с вами теперь отправимся в путь. Так, о, отлично, ребятки, посмотрите. Мы стали еще намного больше. И нам предлагают здесь хавать тупо все подряд. Так, кузнечики, 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 кольца. Так, что мы еще научились кушать? Так, вот еще кольца, ребятки. Так. Ага, вот еще кольца. Наверное, надо поседать вот это все, чтобы немножко вырасти и уже хавать. О, все, ребятки, мы теперь можем кушать более большие вещи, посмотрите. Просто замечательно. Отлично. Все. Так, а что это такое, а? О, мы уже можем кушать и это даже. Отлично. Ого. Посмотрите, сколько всего мы можем кушать, ребят. Так, давайте вот эти кольца съедим. О, все, мы можем теперь кушать все, что эту. Все, что можем. Все, что хотим практически, ребята. Так. Это что у нас такое? Ага. Это какая-то сода. Так, это что-то тоже у нас такое. Это тоже сода. Так, это что у нас? Ага. Все, ребята. Мы, получается, опять вышли из этого ура. А что ж кушать мне? А, тут кушать мне одну мелочь приходится, да, я так понял. Да, потихонечку будем довольствоваться, ребятки, тем, что нам пока
можно кушать, но нас котики опять ловят. Видите, мы еще их пока съесть не можем, потому что мы еще маленькие. Зато копья, ребята, идут с листьями за милую душу. О, уже и котики идут, отличненько. Видите, как быстренько мы продвигаемся вперед, дорогие друзья. Мы уже практически выросли до половины нашего возраста. Ох, отлично, мы съели египтянина рабочего. Все, ребята, просто замечательно. Посмотрите, сколько всего. Отлично. Вот это да, вот это я люблю, когда все и сразу. И так много, и так вкусно. Когда все и сразу. Так, отлично, отлично. Просто замечательно. Так, а что ж, это улица у нас, ребятки. Опять Египет здесь у нас. Да, это целый Египет у нас, ребята. Здесь опять целый Египет. Так, ну что ж, давайте, собственно, начнем с людей. А там дальше закончим, наверное, чем-то немножко другим. Так, ну что ж, погнали. Погнали, 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 погнали. Так, отлично, отлично, отлично. Просто замечательно. Так, 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 так. Так, это что такое-то? Подождите. Подождите, ребята, подождите. Ох, как вкусно. Так, 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 так. О, здесь опять бегемоты, ребята, подождите, подождите, подождите. Мы давайте лошадей. Вот лошадей мы сможем кушать пока что. Давайте лошадей. Так, ну что ж, и рабочих давайте поседаем. Рабочих мы тоже можем кушать. Так, ну что ж, пока, ребятки, надо довольствоваться только вот этими египтянами, потому что ни на что больше рассчитывать не стоит пока что. Потому что буйволы еще нам недоступны. А если они нам недоступны, то и лезть пока нам, в общем, некуда. Так что давайте, собственно, с вами начнем здесь потихонечку съедать вот этих разных прикольных штук. Так, 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 так. Отличненько, отличненько, просто супер. Так, отлично, просто замечательно. Так, 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 давайте дальше, дальше, дальше. Мы здесь уже были. И мы теперь здесь... О, кони, ребята, лошади. О, все, ребята, мы теперь всю рогатую скотину можем кушать. Отлично. Отлично, отлично. Так, что здесь было-то? А, здесь были кони, да? Все, бегемотов пока что мы не можем кушать, ребятки. Это, ой-ой-ой, там зато крокодилов уже можем. Посмотрите, ребят. Все, мы съели два крокодила, ребята. Вот это прикольно. Ой, съели камни и бегемотов, наверное. Все, да, ребята, отлично, посмотрите. Теперь мы все тупо хаваем подряд. Теперь нам никто не помеха. Так, давайте всех съедим здесь на полях животных. Отлично. Все, ребятки, просто супер. Отлично. Просто замечательно. Я считаю, что это просто супер. Так. Опять меня сюда, ребята. Опять меня сюда занесло. В этот Египет. Опять я здесь. Похоже на первый уровень, да, который мы с вами проходили уже в этой части. Но немножко по-другому здесь все. Стоит отметить, что здесь все немножко уже по-другому. Так. Кого же нам надо съесть, ребята? Еще. О, давайте... Всю скотину поседаем здесь. Рогатую. Вот так, как вкусно, как замечательно. Все, отлично, отлично. Просто супер. Так, что дальше-то? Ага. Вон вижу, вижу травку. Все. Все. Пока сюда не могу. Так, я так понял, ребята, это дома египтян. Наших. Наших товарищей. Но мы их скоро съедим всех, я так чувствую, я так думаю. Так, отлично. Просто супер, просто замечательно, ребята. Так, погнали, 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 погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. А где же? А что же мне кушать-то? Мне же ничего не оставили. Ой, ребята, дайте мне что-нибудь поесть, у меня нет ничего. Я голодный, голодный глазастик, ребята. Я голодный глазастик, уже есть нечего-то.
Реально, ребят, нечего есть. Куда же мне ехать-то, а? Куда же мне бежать? Куда же мне податься, чтобы хоть что-нибудь немножко съесть? Ага, вот, вот есть тут рогатая скотина. Но ее мало, ребята, ее очень мало. А мне нужно побольше. Я же хочу кушать. Где здесь еда? Ой-ой-ой-ой-ой, помогите, помогите, я хочу кушать. Дайте мне что-нибудь поесть, пожалуйста. О, камни. Отлично. Все, о, ребята. Все, нам... У нас есть камни теперь, отличненько. Мы съели немножко камней, и я так думаю... Все, ребята, и мы теперь можем кушать дома, да? Отлично, ребята. Отлично, посмотрите. Вот это да, ха-ха-ха. Мы съедаем весь город. Весь город египтян. Все. Теперь он нам что-то отрезает. Мы с удовольствием его съедаем. Ммм, как вкусно. Вот это вкуснота, ребята. Класс. Посмотрите, как вкусно просто. Вот это да, вот это вкуснотища, ребятки. Ого, посмотрите, ребята. Посмотрите, что здесь делается. Ого, вот это мы такие, мы 100 метров в длину, ребята. Это пирамиды, что ли, какие-то такие? Или это камни? Это камни, ребята. А вот и пирамида, ребята. Ого, ребята. А вот и пирамида, вы представляете? Так, 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 подождите. Давайте съедим вот этих всех камней. Отлично, ребята, мы съели пирамиду. Отлично. Так, осталось нам одну пирамиду съесть. Отлично, отлично, просто супер. Так, ребята, посмотрите, мы сейчас съедим пирамиду и эту. Все, да, ребятки, мы съели пирамиду. Так, и что здесь у нас показывается? Это здесь пирамиды в Гизле исчезли. Ребята, все, мы историю ищем, а там Глазастик съел их. Если он съел их 3000 лет назад, почему они исчезли только сейчас? Ой, путешествие времени очень сложная штука. А это в это время, ребята, а в это время что-то там стало происходить. Так, ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, был Юра. Этот эпизод подошел к концу. Мы с вами проходили съедобную планету, дорогие друзья, и прошли уровень по Египту. Все уровни попроходили. А следующий у нас будет... Ребята, где-то в Риме, видите? Так, отлично, в каком-то другом городе. Так, ну что ж, дорогие друзья, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Также не забываем жать колокольчик. Пока-пока, дорогие друзья, до скорых встреч!